«Компьютер любви» написано в 83 году. Небо – это высота взгляда, взгляд – это глубина неба. Боль – это прикосновение Бога, Бог – это прикосновение боли. Сон – это ширина души, душа – это глубина сна. Свет – это голос тишины, тишина – это голос света. Расстояние между людьми заполняют звезды, расстояние между звездами заполняют люди. Прикосновение – это граница поцелуя. Поцелуй – это безграничность прикосновения. Человек – это изнанка неба. Небо – это изнанка человека. Любовь. Это скорость света, вот физики меня поймут. Любовь – это скорость света, обратно пропорциональное расстояние между нами. Расстояние между нами обратно пропорциональное скорости света – это любовь. Вот это такой отрывок.